прямо утро. Слава твои первые, буду с тобой самой примерною. Сегодня замечательное мероприятие. Это «Назад в студенческую жизнь». Все песни очень любимые, душевные. Да. Я тоже из 90-х. Да? Ну вот видите, как у нас с вами совпало. Наверное, все пришли, кто из 90-х, все послушать Ирину Нельсон. Какая классная у вас футболка. Да, я в этой футболке уже был примерно на 15 концертах. Всегда летаю, езжу только в ней. Екатеринбург, Москва, Петербург, там пригороды Петербурга. Поэтому это моя так вот прям униформа для путешествий. Хочу представить главного поклонника группы «Лифрефлекс». По его мнению, то есть это один из лучших педиатров-реаниматологов страны, вот Юрий Курносов. Сейчас он все расскажет, он всем всегда все рассказывает. С какого года вы болеете за группу «Лифрекс»? За группу «Лифрекс» я болею или слушаю ее с момента образования группы, а так я поклонник певицы Дианы, которая пела в свое время с 92 года. То есть я поклонник со стажем и стараюсь приезжать на все крупные концерты группы, независимо от того, какой это город. Здравствуйте, я обожаю группу «Рефлекс». Это музыка моего детства, моей юности, моей молодости. Очень рада за то, что здесь будет проходить такой замечательный концерт. Благодарю. Мы поулыбаемся. Самый младший поклонник Ирины Нельсон. Это подарок с надписями, тут пожелания. Тут вот это тебе получается росписи мамы, тети и еще одной тети. Это наш самый молодой поклонник группы, ему 14 лет, зовут его Данил, Ирина его прекрасно знает, все его любят. И вот сегодня Даня приехал на концерт, как и я из другого города, чтобы вместе поучаствовать в себе тура. У нас сегодня не было совершенно времени, мы не дали вот этому парню прекрасному снимать до концерта, потому что мы сегодня кое-как успели, и сейчас мы улетаем в Астану. Рейс у нас буквально через полтора часа, и сейчас директор будет меня убивать. Вот я сейчас уйду, и он будет надо. Так что, ребятушки, всех любим. Оставайтесь с нами, будьте с «Рефлекс».